Здравствуйте! И вновь воскресенье, и снова мы обещаем, хорошего будет больше. Розыгрыш призов от телеканала «Вета-24» продолжается. Каждую неделю на «Вете-24» звучит вопрос. Вам нужно дать правильный ответ, воспользовавшись нашими «Вета-боксами» или разделом на сайте «Вета.ТВ». И получить возможность выиграть ценные подарки и главный приз – однокомнатную квартиру от застройщика строительно-монтажного треста номер 14. И я снова напоминаю условия конкурса. Итак, вы оказались в торговом центре. На выбор – Спешилов, семья, Колизей, Атриум, Алмаз, столица. Первое, что вы делаете, находите отделы с буклетами телеканала «Ветта-24». Заполняете вкладыш, пишите правильный ответ и дату, указывайте свои данные для обратной связи. Наклеиваете на вкладыш стикер с индивидуальным номером. Опускаете вкладыш в наш «Ветта-бокс». Кстати, второй стикер с номером вы наклеиваете на конверт и сохраняете до финального розыгрыша конкурса. А также заявку можно заполнить и отправить на сайте «Ветта.ТВ». Ну а сейчас увидим наших победителей, которые правильно ответили на вопрос о моде, красоте и стиле. Напомню, речь шла о программе «Витрины». Евгения Пономарева – очередной победитель конкурса «Хорошего будет больше». Девушка не только поверила в удачу, но и приложила немало усилий, чтобы выиграть приз. Более 200 конвертов с ответами отправила в адрес телекомпании. Я очень горю желанием выиграть этот приз. Я смотрю каждое утро «Вету-24», еще по вечерам тоже смотрю. Ну, мама сказала, надо выиграть. Стараемся. Каждую неделю мы разыгрываем приставку для интерактивного ТВ с функцией Wi-Fi и сертификат на бесплатное подключение и пользование услугами Дом.ру в течение 3 месяцев. Победителей определяем каждое воскресенье в эфире канала «Ветта-24» в 11 утра, 6 и 9 вечера и ровно в полночь. Награждение каждый понедельник. Все больше и больше людей принимают участие в нашем конкурсе. Финишная прямая, уже просто мы ее видим. И совсем скоро будет розыгрыш главного приза. Хорошего будет больше! Ура! Ура! Денис Пальчиков, Евгений Гилев, телекомпания «Ветта». Порадуемся за наших победителей. Ну а я напомню, что все сюжеты с вручением подарков вы всегда сможете найти на нашем сайте «Ветта.ТВ». Ну а прямо сейчас разыграем очередные призы. Во-первых, это приставки для интерактивного телевидения. Все преимущества интерактивного ТВ в одном флаконе. Телепросмотр можно поставить на паузу в любой момент. Отмотать начало программы – не проблема. Да и посмотреть утром вечерний эфир вы сможете с легкостью. Работает такая приставка везде, где есть интернет. В общем, у вас появится реальная возможность взять телевидение с собой. Во-вторых, мы разыграем сертификат на бесплатное подключение и пользование услугами Дом.ру в течение 3 месяцев. Ну а для того, чтобы принять участие в сегодняшнем розыгрыше, вы должны были на очередной неделе конкурса правильно ответить на вопрос. Во сколько начинается первый выпуск программы «Вечерний вестник»? В 9 часов. Нет, даже если вы имели в виду 21 час, первый выпуск «Вечернего вестника» начинается раньше. 6 утра. Это же надо специально заполнить буклет, чтобы я посмеялся в эфире. В 20:30. Это ближе к истине, но вы нас с кем-то спутали. В общем, на этом неправильные ответы закончились. А правильных нынче, я вам скажу, много. Все-таки «Вечерний вестник» пользуется успехом. Сам, признаюсь, стараюсь не пропускать. Итак, «Вечерний вестник» на «Ветте-24» начинается в 19 часов. Правильных ответов сегодня много, и все они уже в нашем «Ветта-троне». Ну что ж, крутим «Ветта-трон». Итак, сейчас мы узнаем имя первого обладателя приза этой недели от телеканала «Ветта-24». Приставку для интерактивного телевидения заберет с собой. Ух, очень волнительно. Любовь Алексеевна Харина. 3 последних цифры телефона – 840. Крутим «Ветта-трон» дальше.
вторым счастливчиком этой недели становится... Узнаем прямо сейчас. Вкладыш у меня в руках. Татьяна Викторовна Пегушина. Три последних цифры телефона – 628. Ну а сейчас мы узнаем имя третьего счастливчика. И им становится... Елена Григорьевна Глухих. Три последних цифры телефона – 510. Четвертую приставку для интерактивного телевидения заберет с собой. Узнаем в этот момент. Итак, Лидия Антоновна Прудникова. Три последних цифры телефона 751. Пятый шанс взять телевидение с собой получает Инга Александровна Будур. Три последних цифры телефона 128. Поздравляем вас, Инга. И шестым обладателем приставки для интерактивного телевидения, которую можно взять с собой, становится Татьяна Леонидовна Ситникова. Три последних цифры телефона 059. Ну а сейчас мы разыграем сертификат на бесплатное подключение и пользование услугами Дом.ру в течение 3 месяцев. Узнаем, кто же заберет этот сертификат. Василий Юрьевич Бурдин. Три последних цифры телефона 158. Поздравляем вас! Мы непременно свяжемся в ближайшее время с победителями и расскажем, где и как забрать ваши подарки. Ну а пока напомню, что все вкладыши с правильными ответами принимают участие в розыгрыше главного приза квартиры от застройщика строительно-монтажного треста номер 14. Смотрите нас ежедневно уже завтра на телеканале «Ветто-24» «Новый вопрос». Каждую неделю отвечайте на вопросы конкурса и выигрывайте призы. Все подробности конкурса на нашем сайте «Ветто.ТВ». Увидимся на «Ветте-24». Хорошего! Будет больше!